Коллеги, мы получили заказ, в рамках которого нам нужно изобразить несколько разноцветных линий. Я думаю, что мы достойно справимся с этим проектом. Несомненно. Поэтому здесь и собрались лучшие сотрудники моего отдела. Можно сказать, профессионалы. Вот Петров, ведущий дизайнер по разноцветным линиям. И, конечно же, наша Леночка. Молодой, талантливый специалист в области задач, поставленных рамками этого проекта. Так вот, нам нужно изобразить 7 красных линий. Все они должны быть строго перпендикулярные. Причем некоторые из них должны быть зеленого цвета, а некоторые прозрачного. Это нереально. А вы давайте не торопитесь с ответом, Петров. Ведь вы же профессионал. Или нет? Видите ли? Термин «красная линия» подразумевает использование только красного цвета. То есть нарисовать красную линию зеленым цветом практически нереально. Ага, ну так в принципе это возможно. Мы же правильно вас понимаем, Петров? Я имел в виду, что, например, для дальтоника цвет линии не будет иметь никакого значения. Но для остальных людей красная линия будет красной, а зеленая – зеленой. И потом, что вы там говорили о линиях прозрачного цвета? Петров, ну надеюсь, вы знаете, что такое прозрачный? Знаю. Ну так вот и нарисуйте нам красные линии прозрачным цветом. И как должен выглядеть результат? Будьте добры, опишите, пожалуйста, как вы себе это представляете? А вы тут детский сад не разводите. Кто здесь специалист по разноцветным линиям, я или вы? Коллеги, давайте не будем опускаться до непродуктивных споров. Задача поставлена четкая. Если есть конкретные вопросы, задавайте. Ладно, бог с ним, с цветом. Но у вас же там еще что-то и с перпендикулярностью. Да, все линии должны быть строго перпендикулярные. Перпендикулярные чему? Ну как бы всему, там, вот между собой. И вообще, Петров, это вы здесь специалист по линиям или кто? Да знает он, знает, конечно. Перпендикулярными могут быть 2 линии. Одновременно 7 перпендикулярными друг другу быть никак не могут. Это геометрия, 6 класс. Петров, давайте без вот этого. Шестой класс. Давайте без намеков. И будем поддерживать конструктивный диалог. Здесь же не идиоты собрались. Вот смотрите. Эти 2 линии перпендикулярны друг другу, так? Теперь я рисую 3-ю линию. Она перпендикулярна первой. Но со второй она не пересекается. Со второй она параллельна. Я все поняла. Все дело в том, что вы говорите о красных линиях, а сами нарисовали их синим цветом. Перпендикулярность линий, Леночка, с цветом никак не связана. Запутали вы нас, Петров, окончательно. А задача-то простая. Наши заказчики хотят 7 перпендикулярных линий. Всего 7. А мы какую-то ерунду битый час обсуждаем. Вы, Петров, вместо критики... Предложите свое решение поставленной проблемы. Критиковать, знаете ли, любой дурак может. А вы же профессионал или нет? Хорошо. Я нарисую 2 перпендикулярные друг другу линии. Красную и зеленую. Остальные будут прозрачными. Вас это устроит? Да, нас это устроит. А можно будет изобразить одну из линий в виде котеночка? Что? Котенка, ну вот такого примерно. Нашим клиентам очень нравятся зверюшки. Леночка, линия и кот – вещи разные. Так правильно. Она ж вас и не про кота.
а про котеночка просит. Вот такого маленького, симпатичного. Нарисовать линию в виде котенка невозможно. И птичку тоже не получится. Ну, вот и решили. Благодарю вас, коллеги. Мы продуктивно поработали. Все свободны. Ой, а еще у нас в отделе есть красный воздушный шарик. Вы не сможете его надуть в форме котенка? А при чем здесь я? Ну так шарик-то красный. А, ну тогда конечно. Я же профессионал.